Побывали на водопаде, ощущения не могу свои описать, ну, потому что это очень красиво и впечатляет. И ты стоишь как гномик, а тут каскад воды с высоты 72 метра. Неописуемое ощущение. Я не могу сказать, приятные они, неприятные. Я их буду переваривать еще месяц, наверное. Но я рада, что я сюда поехала, рада, что на парапланах полетала. И теперь идем вниз, тропинкой протоптанной, ногами человеческими, к шашлыкам, пиву, а может быть чему-то и покрепче. А тут такая тишина, и все люди разбрелись кто куда. Цветочки растут какие-то. В общем, это дзен. Умиротворение. Было бы тут, конечно, потеплее, можно бы было тут бы где-нибудь на камушек засесть, залипнуть в эти камушки, зелень, туман. Ну или одеяло хотя бы. Закутаться, сесть, и кресло-качалку, и костер. И можно минут 40 залипать вообще во всю эту красоту. А потом в тепло и в цивилизацию.